Всем привет, ребятки! Меня зовут Споди Додидо. Смотрите, это же Человек-паук и какие-то злодеи. Это же бомбочки какие-то. Смотрите, как они сейчас взорвутся, ребята. Ого! Мы, кстати, находимся в Лего-мире. Собираем вот такие вот монетки. Вместо красного шарика. Человек-паук как бы тоже красненький. Ого! Вот это он взорвался. Ну-ка. Да почему ты так сразу взрываешься-то? Вот, отлично. Всего лишь нужно было от него отскочить. Так, ребятки, чтобы было вам интереснее, я спрятал небольшой секретик. Если вы его найдете, то попадете в комментарии. Точнее, в мое следующее видео. Написать вам нужно будет об этом в комментарии, да. Ну, немножечко перепутал. Но ничего страшного, стоять. Нет. Фух, есть, готово. Так, а ну-ка иди сюда. Что-то они тут разбегались уж слишком. Оп. Есть. Ой-ой, сейчас меня задавит эта штука. Нет. Так, а теперь можем еще здесь ехать. Но стоит немножко подождать, потому что они могут нас раздавить. Нет, не нужно. Ай-яй-яй. Быстрей. Все. Очередная из монеток у нас собрана. Ну вот тут еще нужно его теперь. Бамс. Все, готово. Так, берем флажочек и можем двигаться дальше. Что же нам нужно сделать? А, точно, ребята, тут нужно переждать вот этого злодея, который пытается на нас напасть. Так, ну поехали дальше. Ой-ой-ой-ой, нет. Ты так просто меня не сможешь раздавить, лазер. Ай, ты чё меня хотел выпихнуть туда? Эй, так ведь нечестно. Ну, ребят, он, конечно, молодец. Так, готово. Ой, еще одно чудище. Ты что хочешь тут от меня? Поймать меня решил. Так, ой, сколько лазеров. Нет! Ребят, тут нужно разгончика набирать, да? Да, точно, смотрите. Все. Ой, кто это у нас тут ползает? Раз и два сейчас будет. Так, и мы переждем вот так вот. И все. Отлично. Оп. Нет. Ой, он раньше немного взорвался и не успел нас задеть. Это же просто замечательно. Так, давайте вот этот камешек туда еще перекатим. А ну-ка. Эй! Фух. Успели. Оп. Есть, ребятки. Мы тут тоже прошли. Ага, теперь ты иди сюда, злодей. Бам. А, эти штуки отрываются, и можно, конечно, сорваться. Но я надеюсь, мы это перенесем. Ай! Это что за штуки? Зачем я сюда пошел? Как мне отсюда теперь выйти? Фух, ребята. Вот это было весело. Так. Ку-ку. Бежим от него. Кто сейчас нас заденет? Не надо меня задевать-то. Оп. Ух ты. Все, взрывайся там себе. Только меня не надо трогать, злодеюшка. Хоп. Так, у нас тут есть кнопка, которую нужно как-то задействовать. Наверное, придется взять вот этот камень. Эх, какой-то он тяжелый. Нет, стоять. Да куда ж ты едешь-то? Да вы представляете, как его вытащить отсюда? Что-то у человека из паука, что ли, сил нет. Он же крутой. Паутиной бы привязал хоть как-то. Оп. Есть. Так, все работает. Ну и отлично. О, еще эти тут друзья. Все, ребята, они все повзрывались. И, значит, мы можем пройти дальше. Фух, вот это у нас получилось приключение. Ребята, я надеюсь, оно очень понравится. И поставьте лайк. Но это, конечно же, еще не все. Еще вас ждет другие приключения. Зайдите на мой канал Споди Додидо и посмотрите все поскорее. Там еще очень много разных историй. Ну что ж, всем пока.
Oh.